Занимается и как он, ну, скажем так, столкнулся с этим. Максим, тебе слово, экран видно. Можно начинать. Хорошо, всем привет. Спасибо, что позвали. Очень интересно онлайн проводить эту конференцию. Я сразу начну по презентации, по слайдам и параллельно представлюсь в каком-то месте. Все, наверное, привыкли слышать про функциональное программирование, особенно в последние полтора года в .NET. В ключе F-Sharp, и обычно об этом говорят при каких-то утилитах или юнит-тестах, или еще около enterprise разработки. Но никто всерьез функциональное программирование в enterprise не воспринимает, и мало об этом. Где-то на Stack Overflow поднимаются тренды, но прям вот явно только это все развивается. И последние доклады из мировых сообществ там подтверждение. Я же тоже хочу поговорить уже непосредственно о C-Sharp и функциональном программировании в C-Sharp и о применении разных практик в enterprise, а именно о решении каких-то проблем, которые могут возникнуть в той или иной ситуации. Немного обо мне. Меня зовут Максим Гончарук. Я .NET-разработчик в Binary Studio. Уже около 3 лет занимаюсь .NET. В последнее время также начал изучать JavaScript. И как хобби это изучение F-Sharp и перенять какие-то практики, которые они у себя практикуют и пропагандируют. Также являюсь коучем Академии Binary Studio последние 2 года. Это направление в нашей компании, которое помогает студентам войти в IT. Вот. Мой имейл, если у кого-то будут вопросы, потом в конце презентации тоже его оставлю. Можете писать, задавать. Ну, вернемся к функциональщине. Сегодня я хочу затронуть некоторые проблемы, которые возникали у меня и у моих коллег по проектам, и пути решения, которые я увидел в функциональной парадигме, как этого можно было бы избежать. Будет 3 основных проблемы. Это стейт, это минимизация частей и инкапсуляция, и это проблема основ. И как ее можно избежать, вернее, как управлять. Избежать мы этого не можем, язык нам предлагает, но мы можем этим хорошо менеджить, манипулировать и оборачивать какие-то конструкции, которые помогут лучше их обработать. Их это как минимум исключение по работе с ног, а также специфические случаи, когда у нас возникает не то, что мы хотим. Ну, ладно, я заговорился на агенде, лучше перейдем непосредственно к функциональщине. Как говорил Майкл Физер, автор книги Working Effectively with Legacy Code, если кто ее не читал, очень полезная книга для тех, кто работает с Legacy Code, как видно из названия. Там крутые практики, как управлять кодом, который писали очень давно и не очень хорошие люди. Так вот, он писал, что объектно-ориентированное программирование позволяет сделать код понимаемым благодаря капсуляции каких-то частей. Функциональное программирование помогает упростить код благодаря минимизации. Чем больше у нас маленьких кусочков, тем легче с ними работать, легче тестировать и поддерживать. И адепты функционального программирования говорят, что оно лишь помогает писать меньше кода, писать параллельный код и вообще обуздать конкуренции, будь то многопоточные системы, распараллельные системы, высоконагруженные. То есть, когда у нас есть ряд функций, которые не зависят от внешних факторов, легче масштабироваться, легче отлавливать исключения. Соответственно, код безопаснее, и мы можем в любой момент, не то чтобы легко найти ошибку, но, по крайней мере, у нас будет какой-то flow, по которому мы можем проследовать, а не рыться во всем проекте сразу. И легкое тестирование, опять же, благодаря маленьким частям, то есть весь код разбит на маленькие кусочки в виде функций, каждую из которых можно покрыть небольшими тестами и тем самым покрыть максимальное количество процентов кода. Но адепты, те же функционального программирования, видят всю программу в виде набора функций. Я думаю, что все согласятся, что это практически невозможно, и в современном мире программы выглядят
более-менее расслоен. То есть у нас есть объектно-ориентированная инфраструктура, это фреймворк, на котором мы работаем, это какие-то библиотеки уже устоявшиеся, это паттерны устоявшиеся, которые мы применяем в глобальных масштабах. Тот же dependency injection и inversion of control применяется по всему проекту, и он является более объектно-ориентированным. У нас есть слой функциональный, и даже не функциональный, а это просто набор методов, которые содержат логику. И объекты, которые эти методы, можно и тоже включить в этот уровень. И есть процедурное программирование, это уже набор операторов внутри каждой функции. И вот я бы хотел акцентировать внимание на том, что для успешной разработки и лучшего поддерживания кода средний уровень нужно расширять за счет двух других. То есть как можно больше покрывать объектно-ориентированного программирования набором функций и затрагивать процедурное программирование, дробя каждую функцию на некоторые кусочки, тем самым изолируя сложные, какие-то сложные и узкоспециализированные части. А уже функции будут взаимодействовать между собой на любом абстрактном уровне. Ну, перейдем непосредственно к C-Sharp. И первая проблема – это state. Вернее, state – это даже не проблема, это обстоятельства. Мир у нас все-таки имеет какое-то состояние, и мы не можем от него избавиться полностью. Мы должны как-то им управлять. В веб-разработке, а я являюсь веб-разработчиком, поэтому практически все мои примеры будут как, так или иначе привязаны к веб-приложению. В веб-разработке мы имеем некоторые уровни, некоторые изолированные, не то чтобы изолированные, но их можно выделить как отдельные части, слои, в которых может встретиться стейт. Первый – это веб-слой, это ASP.NET Framework, например, который как-то там взаимодействует с запросом, формирует ответ. Напротив него дата-уровень, как пример, это Entity Framework, который управляет уже коннекшеном, транзакциями и так далее. И бизнес-слой, там, где мы пишем непосредственно всю нашу логику и где мы можем полностью управлять всеми состояниями, которые мы изобретаем из этого написания кода. Можно выделить у каждого слоя ключевые части. Веб, я уже сказал, это request. Также очень важно, это HTTP-контекст, который хранит как раз информацию. То есть HTTP-контекст в течение всего запроса является стейтом, который мы должны поддерживать. Но преимущество в том, что мы никак на него не должны влиять или влиять только в редких случаях. А большинство случаев кейсов покрывает ASP.NET, и мы просто пользуемся тем, что он нам дает. Он может нам позволить взять текущие сессии пользователя либо через модель Identity, либо через куки и работу с GVT. Он позволяет нам формировать респонс, даже не задумываясь о том, как он устроен. То есть ASP.NET Framework хендлит работу со стейтом в рамках веб-слоя. Дата-слой, как я уже говорил, это Entity Framework. Он хендлит работу с соединениями к базе данных, с кешированием реквестов или даже респонсов и обработкой транзакций. Мы также мы можем настроить, конфигурировать, но мы явно нигде не управляем коннекшенами, ну или почти нигде, потому что можно опуститься на уровень ниже и все это делать вручную. Но большинство случаев все-таки подразумевает, что мы просто обращаемся к Entity Framework за данными, и он нам каким-то образом их возвращает. Задача управления стейтов снова лежит на фреймворке, который написан сторонними разработчиками. Вот бизнес-слой может содержать в себе различные зависимости. Временные вычисления, я имею в виду, либо внутри функции, либо внутри целого объекта, когда каждый из методов как-то меняет общее состояние объекта. Бизнес-значения. Ну, здесь можно сказать про какие-то глобальные объекты типа Singleton или какие-то конфиги, которые мы тоже должны как-то мы должны управлять ими, и мы не должны из разных частей слишком мусорить. То есть, внешние конфиги — это так,
тоже своего рода стейт, который каждая часть приложения может либо писать, либо читать. В основном они просто читают, но тем не менее мы имеем доступ писать туда как нам угодно. Тем самым эти конфиги являются стейтом. И внутреннее состояние объекта, я уже затронул его во второй пункте, это да, когда у нас либо один объект вызовом функции меняет его состояние, либо другой объект, который как-то влияет на наш объект, может менять его состояние. Причем меняет его состояние в разных частях кода, при этом нет какого-то единого потока событий, нет порядка в действиях. Вот. Такой пример, я начну с dependency. Я его взял из реального проекта, только поменял название, чтобы было не очень похоже. Идея здесь в том, что у нас есть full dependency injection pattern, в котором все зависимости передаются в конструктор, нужны они везде или нужны только в каком-то месте. Главное, что наш сервис инициализируется каждый раз при запросе. И проблема сразу очевидна, что у нас есть 10 зависимостей, а функция всего одна. Ну, их может быть больше, но, например, мы хотим получить список юзеров, и в этой одной функции мы пользуемся только две зависимости. Хотя для создания сервиса были инициализированы все остальные. Здесь, конечно, можно на уровне фреймворка Dependency Injection того же NInject настроить так, чтобы зависимости не создавались в ненужное время, или держались в течение нескольких запросов, или создавали на каждый запрос, но не на каждый вызов какой-то функции. Но в основном, насколько я заметил, пишут lifecycle trenching, и просто как нам NGX позволяет создать объект со всеми зависимостями, так они и создаются. Как только запрос триггерится, или какой-то другой класс дергает этот сервис у себя в конструкторе, все его зависимости будут инициализированы каждый раз. Плюс у каждой зависимости есть еще ряд зависимостей, которые тоже будут созданы. В итоге мы получаем огромное дерево объектов, и если вы смотрели один из последних докладов Stack Overflow, то у них была проблема как раз в том, что из-за огромного количества объектов в каждом запросе сайт просто замирал на некоторое время, когда срабатывал сборщик мусора. И они это решили радикально, они избавились от этих всех прослоек и в некоторых, наверное, во многих частях писали на вьюхах, практически MVC вьюхах, писали SQL-запросы. Тем самым избавляясь от всех ненужных объектов, а используют только то, что нам нужно. Вот. Второй стейт. Здесь стоит это у нас огромное количество зависимостей, которые нам не нужны, но они всегда есть. Следующее – это Pattern Builder. Pattern Builder – это довольно неплохой паттерн, позволяет инкапсулировать очень элегантно так, сложную логику, но его очень часто используют не так или описывают в таком виде, что сложно с ним работать. Здесь довольно простой пример. То есть у нас есть конструктор, который принимает зависимость, и есть метод, который генерирует отчет, взяв данные из базы данных. И основная проблема в том, что у нас формирование отчета, во-первых, оно замешано в запрос из базы данных, а во-вторых, у нас есть строка init, которая не связано относительно с циклом формирования. И build, которая тоже находится ниже. И эти три части, если сторонний разработчик придет на проект, он может вызвать не в том порядке. Либо забыть вызвать init, либо забыть вызвать get pdf byte. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы эти части были инкапсулированы и не разделены. А в данном запросе они никак не отличаются от того же iNumber Component, которую можно не так забыть вызвать и инициализировать в другом месте, вынести на уровень класса. И для этого, для решения этих проблем, не только даже проблем, а для управления стейтами, с которыми приходится сталкиваться, можно взять
заодно вот стейтлесс подход, то есть избавляться от стейта везде, где можно. И тогда наш код будет выглядеть в виде некоего конвейера, где у нас есть набор ступенек, шагов, и на каждой ступеньке мы ничего не знаем ни о предыдущих, ни о последующих, мы просто выполняем какой-то кусочек логики. Тем самым все наши функции принимают определенный набор аргументов, возвращают значение. И есть такой термин, да, не стоит работать с метод стейтом. Есть такой термин pure function. Это значит, что наша функция принимает определенный набор аргументов и возвращает какое-либо значение. И самое главное то, что при одном и том же наборе аргументов она всегда вернет одно и то же значение. И мы можем быть уверены, что наша функция ничего не сломает, если мы передадим ей какой-то заранее определенный набор переменных. И для того, чтобы писать относительно чистые функции, мы можем использовать, в принципе, методы любого объекта. Но чтобы еще больше себя обезопасить, лучше использовать ключевое слово static. Тем самым мы явно показываем, что наша функция никак не завязана ни на ком извне, кроме глобальных переменных. Но тут стоит сразу сказать, что если использовать static, я буду много к нему возвращаться, это хорошо, то использовать static field, static property это очень плохо. И лучше не использовать static вообще, чем использовать static свойства внутри класса. Используя static свойства, мы добавляем еще больше стейта, и код становится еще более неуправляемым. В данном примере я описываю тот же из предыдущего слайда метод генерирования рекорда. Только теперь я разбил его на две части. Одна часть — это получение данных из базы данных. У нас есть static, то есть мы завязаны только на входных параметрах. Соответственно, при одной factory и одном и том же репозитории мы вернем всегда одни и те же компании. И генерация отчета. Тоже функция изолирует полностью builder. И при factory для builder и компании определенного списка компаний мы вернем один и тот же отчет. Эти функции приватные, потому что они, в принципе, не нужны клиенту. И клиент наш, ему не обязательно использовать static метод. То есть он может иметь instance и возвращать актив байт, может взять какие-то еще зависимости извне, как на Steam поработать. Эта функция всего лишь делегирует работу первой и второй из них. То есть получить компанию из базы данных, используя зависимости, сесть и все, что мы можем получить в конструкторе, и сформировать отчет на основе билдера. Но можно пойти еще дальше и полностью изолировать наш класс по генерации отчета, сделав его static. Теперь у нас сразу стоит отметить, что нет зависимости от static factory. Вообще, factory — это очень спорный паттерн, потому что он заставляет появляться одному лишнему инстансу каждый раз, когда нам нужен объект. В идеале одна factory генерирует один тип объекта. Соответственно, на один нужный нам объект создается один ненужный. И эту штуку создание объекта тестировать в принципе не нужно. Мы можем внутри create, знать, что у нас будет new. Ничего в этом страшного нет. Поэтому здесь я заменил factory на static factory, который возвращает instance builder. То есть он может не просто создавать new, а еще как-то конфигурировать его. То же самое с сессией. Create session создает просто объект сессии, а у себя внутри может как-то конфигурировать. Так. Отдельно я вынес еще getComponents, потому что функция getComponents не завязана на работе с базой данных. Она завязана на работе с репозиторием. То есть нам не нужна сессия для того, чтобы из репозитория получить какого-то вида компании. Это сделано как раз для того, чтобы тестировать непосредственно логику. То есть create session функция, она ничего не делает. Она создает сессию, причем создает сессию в factory, а не эта функция. Единственное, что она disposed сессию. Но disposed сессии тестировать довольно редко, я такого не встречал. И еще create сессия делегирует свою работу панку, который приходит с параметром. И вот именно этот фанк, а именно функция getComponents,
Это логика наша, и ее нужно тестировать. Get Company Report здесь ничего не изменилось, кроме того, что появилась статическая factory. Эту функцию тоже нужно тестировать, и эта функция не зависит от внешних зависимостей, кроме нашего PDF билдера. Там метод тоже поменял console static, и он у себя называет, я тоже использовал синтаксис C-Sharp 7. Выглядит, конечно, немного непривычно, но в принципе избавляет от лишних двух скобочек. Мы вызываем GetCompany Report точно так же, создаем сессию, и внутри этой сессии, то есть такая обертка над всеми запросами, мы получаем компании. Из еще один factory, еще один static class, который будет возвращать instance репозитория. Здесь мы создаем новый, но когда будем тестировать эту функцию, мы можем его запейкать как нам угодно. В итоге мы видим, что запрос в базе данных генерация репорта – это просто набор функций. Здесь нет никакого состояния у сервиса, нет никаких зависимостей из dependency injection. Мы просто фокусируемся на логике и делаем некоторые обертки над ней. Тестирование. Я уже несколько раз сказал, как это делать, но там, наверное, было не очевидно. Тестировать код хорошо, и все рекомендуют это делать, независимо от того, используют статик или нет. Но со статиком возникают проблемы. И если вы глянете сюда, то я использовал private все. И такой код тестировать точно не получится. Чтобы его протестировать, самый простой и самый неправильный способ – это поменять private на public, и все. Мы можем передать сюда любой mock или stub, это правильно называется, и получить определенный запрос, набор компаний. И этот компонент имеет какие-то у себя условия внутри. Точно так же мы можем на основе списка компаний проверить работу генерации репорта. Но делать паблик все методы неправильно, потому что тогда у нас никакой консультации нет. Да, create session, как я уже говорил, тестировать не нужно. Ну, нужно, но в принципе не обязательно, потому что она ничего не делает. Если вам нужно 100% покрытие кода, тогда можно и здесь извернуться. Если нужно тестировать только логику, тогда этого в принципе достаточно. Вот, и как я сказал, паблик плохо, лучше делать в раперах. Это немного лучше, и этот подход позволяет, в принципе, покрыть тестами всю логику, которая может быть связана со статик или с какими-то изолированными методами. То есть у нас есть instance уже, это wrapper, и instance сервер для сервис для наследования, несмотря на то, что у него внутри все методы будут статик. Мы отнаследуемся от сервиса. И точно так же мы имеем static метод, наш пейковый, который мы можем вызвать. Мы можем передавать им разные параметры, можем здесь запейкать что-то. Но лучше wrapper использовать просто как обертку над вызовом и все пробрасывать. То есть все аргументы, которые могли прийти сюда, нужно передать также сюда, чтобы arrange или подготовка теста была непосредственно внутри юнит-теста, а не где-то в wrapper'ах сторонних классов. Третий подход тестирования – это использование фреймворков. Как это ни странно, для тестирования статика, а именно для моков статика, для оверрайдов, тоже есть фреймворки, хотя их не так много. Я нашел всего три, причем два из них платные. Или вот TypeMock точно платный, а насчет JustMock я не уверен, и MOL – это бесплатный фреймворк. Фреймворки, которые позволяют оверрайдить статик, мокать статик и так далее. Проблема в том, что они из-за своей логики, из-за подхода, как они это делают, могут немного тормозить тестирование. Именно время работы юнит-теста. Потому что они там внедряются с помощью рефлексии в конструкцию класса, что-то там подменяют и возвращают уже абстракцию над тем классом, который мы тестируем. То есть это может сказаться на производительности. Поэтому, если вас это может смутить, второй вариант очень подходящий. Делать врапперы над всем статиком, который нам нужно переопределить или как-то обрамить.
Да, и отмечу, что для подведу итоги того, что я сказал про C, для его инкапсуляции, для его управления можно выделить следующие ключевые слова и понятия. Using нужно использовать везде, ну, это и так известно, где мы используем Unispol, кроме, наверное, HTTP клиента. Если у нас нет Unispol, то using, в принципе, не обязателен. Вместо using нужно просто написать функцию, которая будет обрамлять нашу логику каким-то образом. Как я уже сказал, можно использовать, можно не использовать. Здесь уже зависит от конкретной задачи, статическую файлы. Там, где мы явно создаем объекты, а не полагаем канал dependency injection. Таким образом, мы избавляем себя от лишних объектов, но берем на себя ответственность за тестирование и за моки зависимости при тестировании. Pattern Builder очень хорошо изолирует state. Если у нас есть какие-то узкие места, лучше создать объект, класс, который будет принимать необходимые параметры. Он у тебя будет иметь одну или две функции для того, чтобы это все создать и вернуть нам результат. И Builder как раз является для внешних пользователей stateless, то есть он никак не зависит ни от кого вокруг, но при этом внутри себя он полностью stateful. У него есть какое-то состояние, которое может меняться при наборе шагов. Есть еще такой паттерн state или state машина. Он довольно сложный и специфический, но он тоже позволяет каким-то образом управлять стейтом. На нем останавливаться я не буду. Это достойно отдельная тема, что не входит в рамки функционального программирования. Следующая остановка – это higher order functions или функции высшего порядка. Я думаю, что все с ними знакомы, но на всякий случай проясню. Если обыкновенный first order function – это функция, которая принимает или не принимает набор аргументов и возвращает или не возвращает какое-то значение, причем оно одно. Higher order function – это функция, которая может принимать другие функции и возвращать, соответственно, тоже может функции. Этот подход не очень развит в C-Sharp, особенно когда функция возвращает другую функцию. Но я в дальнейшем немного остановлюсь на том, как это можно применять и использовать. Первое, о чем я хотел сказать, паттерн-стратегия. Я выбрал канонический пример, когда у нас есть интерфейс ровно с одним методом, есть реализация, причем их может быть несколько этого метода, и есть фабрика, которая создает стратегии. Причем в идеале должна быть иерархия фабрик для каждой конкретной стратегии. В итоге у нас имеется три класса только для того, чтобы описать консоль readline do work. И есть контекст, в рамках которого вызывается эта стратегия, который принимает фабрику, фабрика создает стратегию, и стратегия хранится внутри класса до момента вызова этого алгоритма. Ну, вызов довольно тривиальный, мы просто пробрасываем объект в объект и затем вызываем код. Сразу стоит сказать, что здесь очень много лишнего кода, который никак не связан с нашей логикой. Мы лишь хотели вызвать readline в контексте класса контекст. Поэтому мы можем немного его почистить. Во-первых, избавиться от фабрик интерфейсов. Все, что нам нужно, это логика. И логика описывается в последних версиях C-Sharp с помощью классов action или function. Мы просто передаем непосредственно action с конструктором и уже в execute вызываем этот action. Тем самым мы избавились от интерфейса и вызов контекста никак не пострадал. Вместо класса мы передаем лямбду, которая будет вызываться внутри execute. Если у нас контекст никак не зависит от внешних зависимостей, мы можем пойти еще дальше и передавать внутрь функции лямбду. Причем сделать ее generic, можно еще и заугарать для разного количества параметров, тем самым сделать максимально гибкий набор функций для работы внутри контекста F. Здесь и func, здесь и action, и это занимает всего 4 строчки кода по сравнению с там, где мы для одной функции описали целый набор классов и интерфейсов. Вызов практически не отличается от предыдущего.
Причем единственное, что у нас теперь нет лишних объектов. Объектами являются только лямбды, а именно представления в виде func и в виде action. А все зависимости мы лишились. И еще один подход, я уже его пролистал, linkview. Это тоже пример использования higher order function. Причем он довольно распространен, и я думаю, каждый разработчик сталкивался с linkview. Здесь в идеальном OOP мы бы написали огромный ряд классов для реализации всех условий и выборов и так далее. В реальности же мы просто пишем лямбды и не задумываемся о том, кто создает, кто пробрасывает и какой класс за что отвечает. Мы акцентируемся непосредственно на логике. Показывая этот пример, я бы хотел подчеркнуть, что не только linkview может использовать лямбды и выполнять свою логику на основе func и action, а и любой класс, который мы пишем, мы можем спроектировать так, чтобы вся логика приходила как func или функция, и мы избавляемся тогда от ненужных нам интерфейсов и классов, которые в каноническом OOP очень пропагандируются. Вот. Инструменты, которые помогают нам писать функции высокого порядка, это, естественно, функция. В C-Sharp нет, вернее, в 7-й версии уже есть непосредственно функции, локальные функции. Но в том C-Sharp, который я, например, привык использовать, функций чистых нет, есть только методы класса. Тем не менее, они тоже могут являться функциями. Делегаты – это отдельный тип, который можно пробрасывать. Ивенты, как его производные, так сказать, более безопасная версия, что ли. И непосредственно реализация делегатов. Это func, action, expression, predicat и другие, которые мы, в принципе, можем написать сами, можем использовать существующие. Следующая остановка. Слайд был не зря. Дальше пойдет уже все глубже и глубже подходы функционального программирования. Перевести тут. Это partial application. Здесь уже я не совсем уверен, что все знакомы, что такое partial application. Но тут на картинке видно, что это f от g и при этом x равно fn от f от g. Но что это значит, сразу непонятно. На самом деле partial application — это подход, благодаря которому мы просто уменьшаем количество аргументов у функции на каждом ее вызове. То есть у нас есть функция add, которая может принимать параметры a и b. Но при этом мы сначала принимаем параметр a, это будет отдельный результат, а затем этот результат вызываем с параметром b. Тем самым мы уменьшаем арность. Это очень развито в функциональных языках, практически чисто функциональных, в том же F-Sharp, или если глубже, то в Haskell. В JavaScript тоже очень развито такой вид замыкания. Но в C-Sharp для этого нужно городить конструкции. И канонический пример — это вот на функции add вызвать два параметра и получить результат. Мы можем получить его сразу, можем получить его отдельно. Я бы хотел показать более приземленный в реальной жизни пример использования partial application, хотя он тоже далек от идеала, от правды, и я бы, наверное, у себя такое в Enterprise не использовал, но, может быть, кто-то может вдохновиться этим примером. Итак, у нас есть создание connection к базе данных. Это static class, data provider, у него есть static метод, который возвращает action, принимает path от SQL connection и возвращает SQL comma. Action мы возвращаем сразу, у нас нет никакого тела, по сути, верхней функции. То есть create connection принимаем. Мне кажется, видео подвисло. А сейчас? Не, пока definition и все. А вообще. Может, попробуешь это перешарить? Давайте перешарим. Слишком сложная тема, скучная, оно зависло.
А теперь? Пока еще нет. Я думаю, что она сейчас на подходит. О, сейчас видно definition. А теперь практика уже. Да, да, видно. Спасибо. Тогда я объясню еще раз наглядно. У нас есть класс static data provider, который является просто оберткой. Он никакой нагрузки логической в себе не несет. Есть функция create connection, которая возвращает action, который принимает func, который принимает sphere connection и возвращает sphere common. Функция create connection, если не смотреть на все вот это, ничего не делает, кроме того, что принимает connection string и передает его, и замыкает его внутри этого контекста. Потому что create connection сразу же возвращает лямбду, то есть action. И это лямбда, здесь все нужно типизировать строго, иначе оно упадет при компиляции. И эта лямбда принимает в себя команду и затем выполняет эту команду в контексте SQL Connection уже как объекта. То есть у нас создается connection, стандартный SQL Connection, открывается, затем внутри try-page создается команда. Вернее, она создается благодаря вот этому функции, который мы пробросили. Мы можем эту функцию описать как нам угодно снаружи create connection. Create command принимает connection string и возвращает, вернее, не connection string уже, а connection объект. И возвращает нам команду, которую мы можем вызвать. Вызвав эту команду, мы сделаем запрос в базе данных. Например, insert или delete. То есть эта команда ничего не возвращает, поэтому мы не видим здесь return. И в кэче просто какая-то примерно примитивная обработка исключения, пробрасывание дальше. На практике это выглядит довольно просто. У нас есть функция create connection, которая замыкает connection string, и следующий вызов ее будет выполнять команду. Мы можем этот вызов разбить на два. В одном месте создать connection. Когда мы выполним эту строчку, у нас не будет непосредственно создано подключение. Это просто замыкание connection string. Можем передать кучу конфигурационных параметров и держать этот объект, пока он не будет нам нужен. На самом деле этот объект является функцией, по сути, и где нам нужно, мы можем вызвать этот connection, который выполнит команду, которую мы ему передадим внутрь. Тут нам SQL синтаксис немного некорректный, потому что, где он сказал, что так ничего не вернет. Дальше я покажу пример, как он вернет. То есть я с этим столкнулся, вижу, что эта штука не очень применима, если мы можем только insert, delete, update делать. Нужно что-то для select. И немного расширил метод. Во-первых, я вынес создание подключения в отдельную функцию. Я уже не буду перечислять параметры, типы их. У нас есть connection string, есть лямбда, которая создает команду, есть лямбда, которая ее выполняет. Теперь мы разделяем вызов от создания объекта. Обертка осталась та же, за исключением того, что теперь у нас execute вот что-то возвращает в любом случае. То есть раньше тут ничего не было, сейчас мы возвращаем t. T это как раз тип того, что мы должны вернуть. И две функции для создания команды. Это создание connection, создание команды, которая ничего не делает action и вызывается execute not query. Здесь мы просто вызвали и ничего не вернули. И создание команды, которая возвращает SQL Data Reader. Здесь немного больше типов, дженериков написано, но суть та же. У нас есть connection string, есть создание команды, которую мы передаем извне, и есть функция, которая описывает, как нужно эту команду вызвать. В этом случае там execute on query, в этом execute reader. Для пользователей этих функций все примерно так же. У нас есть создание подключения в одном месте и вызов команды в другом. Второй пример уже более корректный. Он создает connection, и после вызова этой функции Conduar вернется результат из базы данных. Единственное, что я хотел сказать про эти подходы, даже про те функции, которые я писал, они не очень читабельны благодаря такому огромному набору типов. И в этом проблема как раз, даже не проблема, а недоработка языка или не тот, наверное, язык для того, чтобы писать такие подходы.
можно, но выглядит это будет не очень. И все из-за того, что у нас язык не может выводить типы по параметрам. Нам нужно цвет указывать эти явно. Например, я вдохновлялся таким примером из F-Sharp. Там это все очень тривиально. У нас есть просто вызывание функции с двумя параметрами. И затем мы вызываем еще одну функцию с тремя параметрами. Все эти параметры выводятся где-то на уровень либо выше, либо ниже, где мы явно указываем, например, здесь мы указали, что это строка, это команда, и тогда язык понимает, что мы везде бы не передали, это будет команда. Но не будем о WebSharp. В C-Sharp все-таки есть проблема с выведением типов, недостатка фич для работы с partial application. То есть, чтобы мы не сами вот так описывали разбиение параметров, а язык бы нам как-то предлагал параметры передавать постепенно. Например, как сейчас это сделано в param, мы можем передать один параметр, или два, или три. Хотелось бы, чтобы каждый вызов можно было тоже так наполнять. Но, увы. Идем дальше. А последняя проблема, о которой я хотел бы поговорить, опять же, я уже говорил, это не проблема, это так вышло. У нас есть null, и нам нужно с ним как-то работать. Null в своем понимании представляет ничего, но, как сказал Тони Хор, разработчик Алгола и алгоритма быстрой сортировки, что создание null, внедрение null в Алгол, это была его ошибка на миллиард долларов. Возможно, он преувеличил, но, тем не менее, это довольно неприятная конструкция, неприятна она тем, что возникает в рантайме куча исключений, которые мы не ждем. И хотелось бы как-то управлять этими случаями, управлять новым в целом. И для того, чтобы... Да, сразу скажу, что для того, чтобы управлять, нужно знать, где его искать. И я для себя выделил три таких место, это метод, параметр метода, то, что мы ждем на входе, это результат метода, то, что мы возвращаем и ждем на выходе, и это свойства или поля объекта. И все эти три случая тем или иным образом покрывают возможные ситуации, где может встретиться null, и где мы должны писать проверки. Но писать проверки очень неудобно, и становится очень много, это лишний код, который ждется. Ну, мы ждем, что эта проверка сработает и выбросит исключение в процентах 10, может быть 20 от всего выполнения. А описание конструкции все равно занимает время, потом поддерживание этих конструкций и так далее. И для этого вот у нас есть функция get user first name для начала. Она полностью описывает случаи, которые могут выбросить на null. Во-первых, у нас user приходит на вход, он может быть null, и когда мы возьмем свойство info, у нас будет runtime исключение. То же самое для каждого свойства. Затем, когда наша функция отработает, она вернет name. Name, в свою очередь, тоже может быть null, и вернуть length ничего, будет исключение снова. Тем самым такая простая функция плодит очень много runtime исключений, которые нужно при обработке. Для обработки null и вообще таких специфических случаев для различных типов в функциональном программировании не только, даже пошло еще раньше, придумали такой термин, как монады. И, как известно, монада — это моноид в категории endofunctor от x, как писал Сандерс Маклейн в своей книге, сооснователь теории категорий, книге, соответственно, про теорию категорий. И таким термином, наверное, программисты пугают своих детей, а функциональные программисты пугают объектно-ориентированных. На самом же деле монаду можно описать гораздо проще, вернее, термин можно описать. Монада — это некоторый тип, который создается вокруг нужного нам типа, в данном случае null или какого-то другого. И вот наш исходный тип, тот же null, имеет специфические случаи, которые нужно обработать.
И монада поднимает этот, ну, на такой уровень абстракции, где мы все эти случаи можем хендлить. Причем мы их хендлим аккуратно, лаконично и в одном месте, а не размазанно по всему приложению. И самый известный и популярный пример монады – это монада Maybe или Option. В своем простом виде монада имеет две функции – With и Return. Функция With – это extension над объектом, по сути, это input над class, то есть это reference. И для всех референсов это будет применимо. Соответственно, null может быть только reference, поэтому это работает для всех null. И эта функция принимает в себе evaluator defunct, опять же, который может быть лямбдой для дальнейших действий. То есть я на примере уже покажу, что это значит. А внутри этой функции мы видим, что просто проверяем исходный наш объект. Если он null, возвращаем null, то есть передаем его дальше. Если нет, то вызываем эту лямбду. С return то же самое, это extension над объектом, над reference типом, который еще дополнительно принимает дефолтное значение failure value. То есть если у нас null, то мы должны что-то вернуть все-таки в конечном итоге, и мы возвращаем failure. Если у нас не null, мы вызываем эту лямбду. И выглядит это так. Та же функция getUserFirstName, только на каждом этапе мы через точку вызываем with, и тем самым проверяем, если у нас user не null, вернуть info. Если info не null, вернуть full name. Если full name не null, вернуть first name. Если кто-то из этих был на каком-то этапе null, вернуть string empty. Я думаю, многие уже догадались, к чему я веду. Эту штуку уже реализовали в языке C-Sharp в виде оператора Elvis и оператора двойной знак вопроса. То есть конструкция идентична. На каждом этапе мы проверяем, если значение не null, то вернуть значение, иначе вернуть null. Пробрасывая в самый конец, мы можем его потом развернуть. Монада maybe и вообще любая монада, она работает так, что мы входное значение поднимаем на уровень абстракции, там где у нас null по сути нет, у нас есть просто что-то и дефолтное значение. И вот это что-то в данном случае тот же null. Нет, у нас есть дефолтное значение null и выполнение этой лямбды. Здесь лямбда, здесь просто свойство. Когда мы дошли до конца и нам нужно получить все-таки результат конкретный, а не монаду, мы можем ее опустить ниже благодаря либо функции return, либо оператору два знака вопроса. Если у нас здесь по итогам все-таки оказался null, мы возвращаем string empty. Но я не зря затронул картонную реализацию. Во-первых, интересно посмотреть, как это выглядит в коде, а не в языковых конструкциях. Но еще и можно расширять. Мы можем добавить разные условия работы с null. Например, if. То есть если у нас свойство не if, если не null, то вызвать условие с ним. Если null, то вернуть null дальше. Либо do, там где если у нас объект не null, что-то сделать, иначе вернуть null. И пример. Тут функция выше, когда мы проверяли для null и вызывали консоль readline. То есть здесь мы еще работаем с монадами, мы через with пробрасываем null, если он триггерится. Затем функция getUserName может вернуть юзера, вернее его name, а может не вернуть. И для этого мы вызываем if, который может выполнить условия, а может вернуть null. И затем вызываем do, который может выполнить action, а может ничего не вернуть. Здесь нам не нужен return, потому что последний вызов метода ничего не делает, ну, ничего не возвращает. Тем самым нам вот эта цепочка монады заканчивается. У нас нет нигде лишних вызовов assert или throw if и так далее. У нас есть только 2, 3, 2, 4 метода, которые как-то описывают наши специфические случаи для работы с новым. Следующая монада – это list. Монад на самом деле очень много, я взял только три из них, с которыми так или иначе сталкивался, но их больше, и они покрывают очень много разных ситуаций, которые лаконично и изящно выглядят для конечного пользователя. Хотя реализация их довольно сложная, поэтому я их не приводил в презентацию. Итак, монада list.
Monada list представлена в C# интерфейсом iNumberable, причем generic интерфейсом, и является ядром линка. И в принципе, вот линк, как вы с ним работаете, это и есть работа Monada list. У нас никогда нет null, у нас исключений тоже практически нет. Мы получаем либо пустую коллекцию, либо, если в случае first on default или single on default, null на выходе. Это уже другая Monada. А сама коллекция у нас никак не страдает, если там какие-то невалидные будут значения. То есть у нас Monada представлена либо полная коллекция, либо пустой. Но есть еще пару функций, которые я хотел бы отметить. Первое – это extension к линку в целом. И она позволяет любой объект, здесь можно было еще добавить v-input равно record, но это не важно, потому что коллекция может быть любого типа. Преобразовать объект в коллекцию, тем самым поднять любой объект, с которым мы работаем, на уровень Monada list. И затем уже работать с таким объектом, как со всеми другими iNumberable коллекциями. И еще один метод, он уже в принципе реализован в C#, это select many. Но интересно, как он выглядит и из чего он состоит. То есть у нас есть функция, которая по сути сводит две коллекции к одной. Тем самым, если здесь мы один объект приводили к коллекции, то этот метод несколько коллекций приводит к одной. Их может быть множество, но при этом нужно вызвать несколько раз select many. И этот метод все, что делает, это пробирается по всем элементам коллекции и для второй коллекции применяет какую-то функцию, которая будет преобразовывать сведение двух элементов к одному. На примере это выглядит очень просто. У нас есть два массива 0,1, 2, 3, 4, 5. И вот эта конструкция как-то работает. На выходе мы получим сумму каждых элементов. Это будет точно так же 3 элемента, только они будут просуммированы. Все, что мы сделали, это вызвали select many для двух коллекций. Причем на втором шаге мы возводим значение, то есть их сумму, в уровень, на уровень абстракции Monada листа. Здесь конструкция сложная, но вот это довольно простая. У нас есть два массива, и мы выполняем select x plus y. Результат у них будет один и тот же. Это вот та функция, которая значение поднимает в коллекцию, а вот эти два from – это два select main. Последняя Monada, тут много текста, на самом деле все довольно просто. Это Monada try. Try вы, наверное, все сталкивались, это паттерн try xxx, например, try convert, try parse и так далее, который возвращает на true или false, если оператор понял успешно, и в out возвращает значение. Здесь же нет никакого out, здесь есть дополнительная конструкция, которая будет инкапсулировать значение. Ну и дополнительно есть еще делегат try. Делегат try — это просто описание, что при вызове функции с каким-то параметром мы получим try result с тем же параметром, с его обертом. Структура try result довольно простая. У нас есть value любого типа, который мы передадим, exception, если что-то пошло не так, и два конструктора, которые один инициализирует value, второй инициализирует exception. Value дефолтная, то есть тут у нас не будет проблем с null, null мы можем это передать, но тем не менее, если у нас value раз дефолтная, то оно нам в принципе не нужно. Exception вот такой, либо если мы передадим exception, он берется, если мы передали null сюда, то мы бросаем аргумент null, который тоже является exception. И есть еще такой хитрый оператор приведения типа, неявного приведения типа, где мы каждый объект оборачиваем try result. Это как раз и есть функция, которая подводит любой нужный нам тип в Monada try. А вот, да, try result. И свойство isFold, которое обычно проверяет, exception у нас есть или его в принципе нет. Есть еще extension try, так много try, но можно имена придумать любые. Extension try, который безопасно вызывает делегат try. Безопасно, то есть он его оборачивает в try catch. Здесь видно, что в catch мы
не просто проглатываем, а мы упаковываем наши включения в trial result. На выходе мы получаем в том или ином случае trial result. И тем самым можем все исключения, которые у нас встретятся, упаковывать в объект и там его ждать, если он выполнится или нет. Мы можем этот extension не использовать, тогда наша конструкция будет бросать исключения, но они, мы должны вручную будем упаковывать trial result. Это же вспомогательный метод, который делает это само. Пример тоже, в принципе, несложный. У нас есть функция try, это как test case, которую мы называем show result, просто консоль write-line для двух методов doSomething и doSomethingError. Причем с вызовом extension try, чтобы безопасно проверить, работает это или нет. DoSomething возвращает lambda, вы видите. Это лямбда, это как раз телега, наш try, который был описан выше. И value, которая вот здесь, value плюс 1, оно будет приведено к try result значению. То есть, вызвав эту функцию, мы получим на выходе try result, внутри которого будет value плюс 1. Вызвав эту функцию, здесь мы возвращаем исключение. Это исключение будет в кэч успешно словлено, сюда передастся try result, и на выходе мы получим try result с exceptional. И вот контроль redline как раз это и делает. Она смотрит, если монада провалилась, вывести message exception. Exception здесь null не будет, потому что, как видно было, мы его подменяем, если он был на argument null exception. И value, ну value здесь может быть, ну, если здесь можно еще добавить обработку на двух. Просто консоль Redline требовала toString за счет приведения типов message, поэтому я просто вызвал toString, не обращая внимания на то, что здесь может быть все-таки. Но неважно, для вывода нам нужно было посмотреть либо message, либо value, и монада позволяет нам в одном месте описать все эти конструкции проверки, упаковывания результатов и затем уже работать с типом, который не может быть null, в принципе. Вот. На этом у меня, в принципе, все. В качестве вывода я бы хотел сказать только, что пишите меньше качественного кода. Я имею в виду, пишите качественный код, но пишите его мало, чтобы он был настолько качественный, чтобы избавить нас от написания огромного boilerplate. Пишите чистый код, что выходит из первого. Качественный код должен быть чистым и лаконичным. Это приятно и поддерживать, и просто смотреть на него. Не забывайте изменять сознание и брать лучшие вещи из разных частей. То разный, будь то язык, будь то парадигма, будь то в целом подход какой-то к мышлению. Да, старайтесь развиваться и брать лучшее от того, что предлагают, а не жестко забиться в рамках одной технологии и ничего нового не впускать. Сейчас и Microsoft идет по этому пути, и в целом весь мир. То есть все пытаются интегрировать и брать лучшее. Мы как программисты можем интегрироваться с другими либо языками, либо подходами, и брать из них лучшие части. Нет, спасибо. Теперь можно вопросы. Судя по всему, либо было все понятно, либо ничего не понятно. Может, кто-то не распутался? Ну, точно нету вопросов? Или что-то дополнить, может, рассказать? Свой опыт. Ну, я думаю, может быть, вопросы появятся потом. Максим, спасибо тебе огромное за презентацию. Мы потом это, ну, попросим слайды пошарим. Я думаю, у людей появятся, если это вопросы, то они напишут тебе. Вот. У меня есть вопрос.
Ага, вот они есть. Когда прощаемся, всегда они появляются. Да, ну как бы вся тема интересная, даже очень интересная, но у меня вопрос, допустим, по тестированию. Не увеличивает ли это время написания юнит-тестов? Поскольку приходится врапать, мы не можем как бы очень быстро мокать, стабать и там все остальное, потому что мы отвязываемся от интерфейсов. Насколько увеличивается время на написание юнит-тестов при таком подходе? Я вроде затрагивал, но еще раз повторюсь. Так, мы вернемся к тестированию. Ну, во-первых, есть фреймворки. И благодаря им, если с ними правильно работать, ничего не изменяется. Просто статик функции становится для нас как бы не статик. Во-вторых, я сразу сказал, что не все, что мы используем, нам нужно тестировать. Например, вот эта функция, она точно так же может мокаться любым фреймворком BlockU или NSubstitute, неважно. Логика находится именно здесь и здесь. Мы не завязаны, самое главное, на сети, а именно на зависимости. То есть в качестве сети может быть HTTP client, может быть работа с файловой системой. Все это неважно. Мы логику изолируем вот либо сюда, здесь это просто, но на самом деле запрос может быть довольно сложный. Могут быть какие-то вычисления. То же самое с билдером. Даже здесь уже видно, что его тестировать нужно. Но при этом здесь мокать, я не знаю, здесь мокать только коллекцию компаний. Объект билдера можно создать, он нам никаких проблем. Это не интеграционный тест будет, несмотря на то, что здесь будет явно создаваться билдер. И все-таки я не... Но юнит-тестами мы не сможем все покрыть. Это естественно. Поэтому интеграционные тесты здесь будут решать многое. Интеграционные тесты как раз будут вызывать верхние методы, какие все зависимости создаются. Так что, отвечая на вопрос про интерфейсы, сложности могут возникнуть только, то есть, я понял насчет вот этого. Если мы придем к этому подходу, во-первых, не обязательно к нему нужно приходить, не всего логику нужно так оборачивать, а во-вторых, ну, это все будет механическая работа, дублирование аргументов. Если с этим могут быть проблемы, можно написать сниппеты, которые все это будут автоматически делать. Если и с этим будут проблемы, то просто изолировать логику и делать паблик, то все-таки не есть хорошо. То есть у нас должно быть мало функций, которые будут зависимы от внешнего мира. Соответственно, врапать их будет очень легко. Просто пропасываем аргументы. У нас могут быть функции public, что хуже, но зато упростит нам вообще всю работу. У нас, например, есть сервис, и у него есть метод getCompany. И мы, в принципе, как клиент, можем с этим работать, замокав репозиторий, как обычно, и получив коллекцию, которую нужно протестировать, проверить, правильно она или нет. И в случае с врапером это копирование аргументов отсюда, вернее отсюда, сюда. Причем врапер же у нас один на весь класс, дублируются методы. Ну и дублируются не только поднятие протектов на уровень паблик. Это то же самое, как тестировать приватные функции вычисления в традиционном стиле. Если у нас есть функция, пусть даже это будет getCompany, но внутри нее вызываются приватные функции подсчета суммы капитала компании или количества сотрудников, которые там старше 20 лет. Все эти функции все равно будут приватными. Ну, должны быть, по крайней мере. Но хотелось бы их тоже тестировать. И точно такие же грабли или костыли, как и в этом случае. Мы либо их оборачиваем, либо делаем паблик и тестируем. Либо с помощью рефлексии можем копнуть в самую глубь, написать свой фреймворк, который будет позволять приватные методы тестировать точно так же, как и публичные. Тогда у нас пропадает и потребность в врапере, и потребность в JustMob и прочих фреймворках. Я ответил на вопрос?
Да, спасибо. Ну, мой основной вопрос это был в том, что насколько такой подход увеличивает время разработки. То есть мы избавляемся от dependency injection как такового, то есть мы уменьшаем количество там factory, билдеров, там всего остального. То есть мы это основная цель это увеличить performance аппликаций. Вот. Да. Но насколько такой подход увеличивает время при написании, я же, ну, то есть, да, мы можем использовать эти фреймворки, я ничего о них не могу сказать, я их не использую. Вот. Как это отражается на увеличении времени разработки при таком подходе? То есть, мы увеличиваем перформанс аппликации, но мы, может, теряем, ну, то есть, мы увеличиваем время, да? Либо это все-таки меньше затратно при разработке такой подход. Сложно оценить, потому что в таком стиле не писал. Вот. Глядя на код, он тяжелее читается, да, то есть если ты посадишь сюда джуна, он в этом всем запутается, скажем так, может изначально. Я хочу сказать из двух сторон. Во-первых, с практического опыта нет, у нас нет проблем в том, чтобы писать для юнит-тестов врапперы. Для них это просто еще одна абстракция вокруг логики. То есть мы вынесли здесь функцию, они вынесли эту функцию еще на уровень функции. Только времени, насколько человек быстро пишет код, настолько будет и падение производительности, или прирост, или падение производительности написания кода. Плюс в том, что у нас не будет в самих тестах лишних зависимостей, хотя они могут быть не обязательны, но если посмотреть вот сюда, я из своего опыта скажу, что тестировать такой сервис очень-очень неприятно, потому что каждая из этих штук может в себе что-то еще хранить, и все мокать, все вызовы сложно. Если сравнивать две меры с практической точки зрения ту и ту, то очень зависит, во-первых, от предметной области. Не обязательно писать все в статик, а можно остановиться на вот этом подходе. Когда у нас есть и dependency injection, все эти зависимости прокладываются в конструктор, и у нас есть изолированная логика, в данном случае здесь, которую мы можем тестировать с помощью моков. В этом случае ничего не меняется, кроме того, что у нас паблик заменяется на статик. В случае, когда полный статик, там, конечно, сложнее, здесь я соглашусь, это увеличивает количество времени, но при этом мы сможем, во-первых, лучше структурировать наш код, заранее продумывая, это как CDD, мы заранее дробим наши кусочки, так что потом, когда нужно что-то править, мы уже знаем, где это править, и мы можем быстро это найти. Мы видим наш код как набор пазлов. И мы знаем, что вот этот пазл сломался, мы фиксим только его, пишем тесты только для него. Или меняем тесты только для него. Поэтому я все-таки практично так по времени не могу ответить, насколько оно замедлит разработку. Но если смотреть глобально, оно очень сильно может упростить поддерживаемость. И тут уже что важнее, быстро написать код или дольше с ним работать. Вот. Спасибо. Ну, у меня все. Спасибо за вопрос. Еще Поинтересно. вопрос А, давай. по дебагу. Вот куча лямбд, клоужеров, эти, собственно, автогенеренные имена не очень там прикольно смотрятся во время дебага. Если там глубокая вложенность, как с этим вообще проблемы были, нет? Глубокая вложенность может возникнуть в примере вот здесь. И то, даже не только глубокая, то есть здесь мы уходим на три уровня, где на каждом этапе у нас какие-то фанки. Но реальные проекты все-таки сводятся либо к такому стилю, который добавит не проблема, учитывая, что студия может ставить брейкпоинты внутри лямбды, здесь у нас тип, и он возвращается. А смотреть на вложенность функции, ну, это ничем не отличается от вложенности. Ну, даже здесь. То есть у нас есть вызов функции, но внутри функции мы изолированы от всего. Поставить брейкпоинт
внутри функции, которые нам нужно тестировать, не имеет проблем. Нет, я думаю, что... Дамп там проанализировать или вот эти с монадами maybe, то есть тоже нет проблем, да? Я имею в виду, если бы можно было как-то именовать, хотя, или, я не знаю, практики там... Именовать? Ну, нет. Если говорить про монады, то... Это в порядке. Здесь в именовании, ну, как угодно, это пример тоже не я его придумал, поэтому я взял имена и думаю, что они очень хорошо описывают предметную область. У нас нет глубокой вложенности, у нас есть только два уровня абстракции. И мы добавим либо на уровне функции getUser, либо на уровне абстракции каждого этого вызова. Нам не нужно заходить вот сюда. Это штуки, которые один раз написаны, здесь сложно написать ошибку, и вы всегда можете быть уверены, что они работают правильно. Можно их покрыть тестом, и тогда вы на 100% быть уверены, что они работают правильно. Сложности могут быть вот здесь, но опять же, когда мы работаем здесь, у нас... Видимо, что-то подвисло снова. Так, когда я на словах расскажу, когда у нас работа, я приводил пример Monado Drive, там у нас есть да, зависимости, лямбду передаем внутрь функции, там ее вызываем, получаем значение. На самом деле мы работаем там тоже с двумя слоями. Либо это наша логика, вот эта лямбда, мы можем ее дебажить, либо это уже проверка результата. Опять нам не нужно никогда углубляться в дебри, потому что они написаны один раз, написаны умными людьми. Я имею в виду, эти все монады писали там, как какие-то кандидатские, докторские, я не знаю точно, работы, выверенные и описанные в учебниках. А уже то, что касается нашей логики, оно поднято на такой уровень, где дебаг будет заключаться в том же виде, как и обычно. Вот как очень простой пример работы с линкингом. Вот насколько сложно дебажить линк-запросы, связанные это либо с логированием, либо с внешними запросами, либо просто с логикой, настолько же будет сложно упаковывать весь свой код в виде функций и вызывать друг из друга. Вы можете судить по работе с Link. Она, я думаю, наиболее привычна разработчикам на .NET. Но сложности не больше. Например, лично для меня работа с OOP и с тем, например, у меня есть контроллер и есть сервис. И вот узнать, какие зависимости для этого сервиса инициализировались из всего дерева, гораздо сложнее, чем копнуть на три уровня вложенности в функцию и выйти обратно. Потому что там нужно в дебаге разворачивать это огромное дерево, смотреть по именам, что у нас уже создано, затем заходить внутрь, там смотреть, либо смотреть общий реестр, прокидывать какие-то фейковые зависимости, чтобы узнать о них. Либо вызывать статические классы и резолвить там что-то тоже в тестовых случаях. Эта штука, мне кажется, сложнее, чем вложенность функций друг в друга. Я ответил на вопрос? Да, спасибо. Пожалуйста.